Всем привет! Продолжаю собирать кастом байк. Для лучшего крепления вилки к раме раму нужно немного подточить. Прихватил вилку к раме и начал выставлять колеса в одной плоскости. Получилось довольно-таки ровно и без стапеля, но заняло больше времени. Затем от старой рамы нужно отрезать крепление седла и приварить его к кастом-байку. Крепление руля на моем байке будет нестандартное. Руль будет состоять из двух частей и крепиться к перьям вилки. Для этого мне понадобятся две втулки, которые вытащил из трубы большего диаметра, чем перья вилки. Подровнял и немного расточил на токарном станке. Затем втулку нужно распилить по шву и сделать из нее зажим. Поначалу хотел сделать такой руль. Но потом посидел на байке и решил, что руль нужно делать меньше. Далее занялся переключателем скоростей.
Сделал металлический хомут с ручкой, который будет крепиться на резиновой части переключателя. Затем начал искать место на раме для переключателя скоростей. Решил разместить переключатель на верхней трубе. Затем, как закончил с настройкой переключения скоростей, из листа текстолита вырезал заглушку для рамы. Далее идет подготовка и покраска рамы. После того, как краска высохла, начинаю собирать байк. А на этом у меня все. Если вам понравился данный проект, ставьте палец вверх. Это поддержит меня и мой канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.